Все готовы, заряжены и с удовольствием приезжают на нашу базу лесничества поучаствовать в этом мероприятии. Я даже сегодня интересовался у первого забега. Ребята сказали, что все готовы служить в армии после окончания учебного заведения. И сказали, что вот некоторые моменты, которые сегодня здесь проходили, да, может нам и эти навыки пригодятся на службе в армии, скажем так. Ну, кто по контакту, кто срочно службу будет служить. С данными мероприятиями мы уже знакомы, принимали участие весной. Ребята у нас подготовлены как в военном, так и в спортивном деле. Поэтому сомнений в какой-то подготовке или победе у нас нет и не может быть. Очень тяжело, если честно. Именно физически дыхательные аппараты не сильно выдерживают. Автомат разбирать учили с самого начала. И все, в принципе, самое тяжелое было, наверное, метание лежа в гранатах.